Новости Богородского района. Богородская43.ру. Уходит в прошлое 2018 год. Провожая его, мы вспоминаем самые замечательные события, которые случились в уходящем году. В Богородской средней школе уходящий год запомнится тем, что она приобрела новый статус. Он запомнится замечательными событиями, такими как районная ярмарка, в которой приняли участие и ученики, и учителя, и родители. Он запомнится замечательным мероприятием, посвященным 180-летнему юбилею Богородской школы. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении этого юбилея. Это ветеранов педагогического труда, выпускников, учителей, родителей, руководителей учреждений и организаций. Заключительным аккордом уходящего года стали новогодние утренники, подготовленные работниками Дома культуры. Это театральным коллективом под руководством Людмилы Геннадьевны Калининой. Это артистами, самодеятельными работников Дома культуры, за что им огромное спасибо. Мы и в дальнейшем надеемся на совместное сотрудничество. Уважаемые богородчане, от имени коллектива Богородской школы я хочу поздравить всех-всех своих односельчан с наступающим новым 2019 годом. Пусть будет мир и благополучие ваших семей. Будьте здоровы, вы и ваши родные. Пусть все, что вы загадаете в новогоднюю ночь, исполнится и сбудется. С новым 2019 годом!